Конечно. Что это? Не боись. Слишком высоко. Давай. Эй, смотри на меня. Эбби, не смотри вниз. Оуэн, а обратно идти тем же путем? Для тебя это шанс преодолеть свои страхи. Надрать бы тебе задницу. Эбби, не кокетничай. Это здесь? Мы на месте. Вашу мать. Это же целый город. Ага. Ты кому-нибудь рассказал? Еще нет, ты первая. Я видел здесь вооруженный патруль, идущий вон к тому блокпосту. Там еще несколько блокпостов. У них там электричество, пушки. И куча народу. Ну, мы справимся. Ладно. Предположим, он там. Как к нему подобраться? Можем подкараулить один из патрулей и узнать. А потом... Не знаю, как-нибудь выманим его. А, ну да. Уверен, они будут рады поделиться информацией. Мы их заставим. Ты себя слышишь? А ты что предлагаешь? Что с тобой происходит? Мел беременна. О. Ясно. Дело не только в этом. Мне поздравить тебя? Когда остальные это увидят, они захотят вернуться. Мы убедим их, да? Знала же, что нельзя на тебя положиться. Эбби, я хочу того же, что и ты. Но не любой ценой. Эй! Руки! Увидимся в сторожке. Да мне насрать. Я могу сама все сделать. Ugh.
опорный пункт. Тут недалеко.